друзья! Волнуешься? Очень рад всех видеть вас. С праздником нас, да, конечно. Волнуешься? Это хорошо. Чуть-чуть. Это правильно, в общем, волноваться нормально. У меня простой вопрос, ну, на мой взгляд, простой. Что подвигает человека заниматься металлургическим бизнесом? Образование, наследственность, жизненный случай, что? Ну, чуть поправлю, не металлургическим, а металлообработкой. Как я уже говорил, отвечая на вопрос, так звезды сложились, скажем так. Секрет чувствуете? Вот он как раз секрет успеха, по сути. Вообще я заметил закономерность, предпринимателей с брекетами пропускали первыми. Интересное наблюдение. Я не буду Игорю задавать много вопросов, потому что понимаю, что у нас немного времени, и сразу попрошу задавать вопросы наших экспертов. Есть вопросы? Друзья, есть ли вопросы? Ну, давайте начну я тогда. Отлично. Игорь, а как так получилось за год дважды увеличить производительность труда? За один единственный год? Производительность труда мы увеличили выработку от стартовых замеров в 4 раза, а в 2,5 раза у нас выросла выручка компании с 80 до 225 миллионов рублей. А применяя научные методы организации труда или принципы, ну, лин-технологии.